Доброе утро всем. Время 3 часа утра. Мне не спится. Покажу вам, как просыпается Москва. Вот солнышко еще не встало, птички еще не поют, но небо уже светлое. Если прислушаться, можно даже услышать, как уже там что-то происходит на улице. Я немножко сейчас помолчу, а вы послушайте утреннюю тишину. Не знаю, слышно вам или нет, но там уже народ разговаривает. То ли уже разговаривает, то ли еще разговаривает. Время 3:39. Вот такой вот паровозик у нас проскочил. Начинает все просыпаться. Начинают дворники работать. Так уже потихоньку птички начинают щебетать. Ну вот, сейчас, наверное, их еще не слышно пока на видео. Но вот смотрите, стало еще светлей. Я все еще не сплю. В Москве было вчера плюс 30, сейчас плюс 18. И как же хорошо, как же прохладненько. Днем, конечно, все плавились. В городе вообще, конечно, жесть в такую погоду сидеть. Но что делать? Работать. Вот смотрите, я вам покажу. Солнце еще не видно, оно еще за облаками. Но вот, вот так подсвечивается снизу облака. Смотрите, как красиво. Солнышко, наверное, попозже выйдет. Начинают мыть дороги. Видите, машина едет. Вот она. Вот. Это начинают мыть дороги московские. Вот еще одна машина едет. Вот. В общем, Москва просыпается. Просыпается. Здорово. Вот эти же машины начинают ездить, перемещаться. Время 4 утра. Первые электрички. Электричка пошла в Москву из области. Если это было Коломская, она, наверное, вышла из Волоколамска где-нибудь в час полвторого. Вот она приехала. Теперь только в Москву. До вокзала ей еще здесь полчаса ехать. Первая электричка прошла. Из Москвы в область пока нету. Не знаю, слышно или нет, птички все больше и больше оживляются. Вон они летают.
Останкинскую башню видно. И все светлей и светлей. Просто вот такое красивое облачко. Вот смотрите, какие вот облачка красивые. Я все еще не сплю. Ну что делать? Птички поют. Прохладненько. Вороны летают. Такие золотистые облака. Вот такое отделившееся облачко. Слышите, вороны начинают каркать. Время 5 утра. Надо все-таки лечь поспать. Вот, немножко показала вам, как просыпается Москва. Всем еще раз добрым утром. Хорошего всем дня. Удачного, доброго. Вот птички поют. Хорошего всем настроения. Все, на этом я сегодня закончу. Солнышко, я так думаю, что я не дождусь. Облака мешают. Но все равно. Вот так Москва просыпается из моего окошка.